Привет, богатыри-революционеры, обзор недорогой еды, помидоры парниковые, 45 рублей, в пятерке, по-моему, 90, то есть выводы можете делать сами. Два вида яблок, вот это один сорт, мятые 30 рублей, нормальные, но более сладкие, вот эти более симпатичные. То же самое, где-то 30 рублей или 35 стоили. Без дефектов ровные, но менее сладкие. Так, и грейпфрут 40 рублей килограмм. Просто я смотрю, он подсох, он должен быть больше. Да. Сохся. Так, ну и весь товар пока что на данный момент. Пока. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Даешь революцию.